Две работы и одно большое хобби. Волонтер о главной своей задаче – о заботе о собаках. Люди. Опять сложная ситуация в домашнем мини-приюте собаки Семашка. Запас продуктов закончился. Кормить собак и котофанов просто нечем. На содержание более 100 хвостов, много диетчиков, спинальников, онкологически больных. Есть щенки и маленькие котята. На кормление каждого у волонтера уходит в среднем 40-50 рублей на одну мордашку в день. Думаю, если умножить на количество, сами сможете посчитать и понять масштабы трагедии. К этому еще нужно прибавить медикаменты, вакцинацию, стерилизацию, обследование, операции, строительство вольеров и коммуналка, которая тоже просто заоблачная. Вы помните, одна из самых больших статей расходов в этом плане – это электроэнергия, так как иногда приходится отапливать обогревателями, причем два последних обогревателя перегорели, сгорели, вышли из строя. А сумма выходит в месяц для обыкновенного человека просто заоблачная. Я зарабатываю на нескольких работах, получаю приличную сумму вроде как по меркам Донецкой Народной Республики, но ее хватает ненадолго. Обращаюсь к вам, неравнодушные люди, помогите нам выжить. Для нас сейчас каждые 100-200 рублей очень дороги, говорит волонтер Марина Абельдяева. Приюты остро нуждаются в крупах, мясных обрезках, сухом и мягком корме, куриных спинках, теплых вещах, медикаментах, средствах для обработки паразитов, любой помощи по питанию для животных, финансовой помощи. Для нас очень важна ваша поддержка. Я это уже не раз говорила и буду повторять вновь. Без вас мне одной не справиться. Мы с нашими хвостами благодарны всем, кто нам помогает. Буду рада любой помощи, говорит хозяйка приюта.